Изящные стежки и неповторимые узоры в Ашхабаде подвели итоги конкурса «Вышивальщиц». В нем участвовали талантливые сотрудницы сферы ЖКХ со всей страны. Им пришлось доказывать свое мастерство в рукоделии, а также блистать историческими знаниями. Например, рассказать, откуда произошли орнаменты или как зарождалось ювелирное дело. Чтобы привлечь внимание жюри, конкурсантки выступали в национальных костюмах и пели народные песни. Самый сложный этап конкурса – вышивка узора цветка абрикоса или верблюжьи колючки всего за 15 минут. Я с детства увлекаюсь вышивкой. Этому искусству научила моя старшая сестра. Особенно люблю вышивать тюбетейки. Это не просто головной убор, произведение искусства. В каждую тюбетейку я вкладываю много труда и любви. В каждом стежке частичка души. Лучших мастериц отметили ценными призами в торжественной обстановке. Остальным конкурсанткам вручили сертификаты и памятные подарки.